И вот эта вся фигня, она идет в Запад. Вы себе, вы заметьте, сколько на Западе этих, ну, разводов, блин, так как я говорил, блин, это все пошло с Запада. Сходиться, расходиться, короче, блин, люблю, не люблю, блин. А это вообще-то что-то другое. И вы поймите, что быть славяном и тем более быть с Украины, это намного круче, чем любая западная страна. Анна Ярославовна, еще ее называют Киевская Анна, наверное, дочь Ярослава Мудрого, королева Франции. Она, когда впервые приехала в Францию, она писала листы домой, и она, короче, была в шоке, как живут люди в Франции в это время. У нас уже в это время, блин, славяне, они каждый день принимали баню, там мылись, короче, блин, горячей водой, блин, а у них еще люди, блин, ели руками и мылись только раз в месяц, и чтобы не вонять, они, короче, разрезали апельсину и ставили себе под мышки, блин. Вот вы себе подумайте, блин. А у нас уже реально было, блин, цивилизация, и причем крутая цивилизация. И вот в Западной Европе, вот вы себе подумайте, что уже когда у славяне уже сотни тысяч лет уже была цивилизация, и да, я знаю, вы сейчас подумаете, блин, в истории этого не пишут, но у нас есть своя история, не навязанная история, а настоящая история. И даже если вы подумаете про историю, которую нам навязали, все равно мы, блин, там сотни лет уже были впереди Западной Европы, а тем более Америки. У нас есть своя культура, и просто у меня это убивает, потому что, тем более, Украина, блин, у наши предки, Тарас Шевченко, блин, люди как Леся Украинка, блин, и даже не такие люди, а даже вы подумайте про наших предков с Украины, которым было так тяжело сохранить даже наш язык. Они передавали наш язык по сказкам, по песням, по историям, в поколение в поколение, чтобы только это сохранилось. И мы сейчас просто-напросто на это все берем и плюем. С нашим поведением и с нашим этим всем, что мы тянемся так к Западу. Вы действительно хотите быть как на Западе? Вы хотите, блин, есть, кушать гамбургеры, блин? То здесь, блин, в Штатах, блин, гамбургеры не кушают, гамбургеры ходят по улицам. Что самый большой прикол, что вот вы сейчас так тянетесь к материальному, к там кушать там пиццы, блин, а вот здесь уже наоборот, уже 20, 30 или 40 лет уже люди больше, блин, понимают, что материальное — это все фигня, блин, и тянутся к духовной жизни. Даже здесь сейчас такой прикол уже пару лет, что люди покупают себе такие, называется мини-хаус, мини-дом такой маленький, и они
работают эти люди, они работают только там 3-4 месяца в год, и остальное время они, короче, едут там, путешествуют, занимаются собой, что, потому что они понимают, что это, блин, рабство. Слово «работа» — это от слова «раб», во-первых. И вот нам одну фигню, что вы должны понимать, что Запад вообще-то это наши враги. Еще из Византийской империи они всегда завидовали славянским людям и хотели нас уничтожить, потому что как, насколько чисто мы жили, блин. У нас там не было ни зависти, ни мы друг друга не убивали, тем более мы самоубийства там у нас не было. Мы жили вместе с природой, и вся эта информация есть, только поищите. И они еще с этих времен, еще там с 6-го столетия, они хотели нас уничтожить, потому что они нас не понимали, они хотели, чтобы мы тоже стали рабами. И вот когда силой они принесли христианство на славянские земли, тоже вот было, блин, массово убийств, массовое изнасилование там, ну, силой, короче, они навязали христианство. И я не говорю, что христианство это плохо, но факт есть фактом, что в Библии даже нету близко этого, что Христос действительно хотел научить. Ну, короче, меньше с этим. Суть в том, что, блин, прекращайте, потому что, и да, вот я не понимаю, у нас сейчас такая ситуация, война, блин, идет, а даже в этом сериале они ничего даже не говорили ни про войну, ни про детишек там, которые, короче, погибают, блин, а, ну, в голове просто-напросто пусто. Я, извините, что я так говорю, потому что, еще раз, я, пожалуйста, не подумайте, что я, вот, блин, козел какой-то сидит в Штатах и нас тут, на нас тут гонит, блин, и судит нас. Это вообще не в этом суть. Еще раз я говорю, вы мои братья и сестры. Вы мой народ. И я знаю, что у нас славянское сердце. Есть такая фигня, как славянское сердце. Мы лучше, чем Западная Европа. Мы лучше, чем Запад. Мы лучше, чем Штаты. Славяне, украинцы, вы есть намного круче, чем западные. Перестаньте, короче, дышать этой, блин, западной фигнёй, блин. Это было Prove to me that you're alive. Докажи, что ты жив, блин. Я надеюсь, вам понравилось видео, блин. Подписывайте, оставляйте мне комменты, блин. Скоро у меня будет здесь рубрика такая, что я буду помогать там с, как это называют, advice. Буду давать какие-то порады всем моим украинцам. Я вас всех дуже люблю, блин. Дивіться моє відео «Вся правда про війну на Україні». Це є для вас, це все для вас, це все для моїх братів і сестер слов'янів. Вас люблю, спокійної ночі, або там добре утро, блін. I'm out, prove to me that you're alive.